Свалка мусора запрещена, не разжигать костры, не мусорить больше 1000 табличек и все для чистоты татарстанских лесов. Отвечают за уборку лесники. За 2 месяца им предстоит пройтись по всем лесным массивам республики. Пластмассовые бутылки, жестянки, фантики. Только за утро они собрали грузовик отходов, а с начала месяца 125 таких больше грузов. Наиболее захламленные участки леса – это леса, которые примыкают к населенным пунктам, и леса, которые примыкают к дачным обществам. За этот сезон 2017 года в лесах нашей республики собрано и вывезено более 7000 кубометров бытового и другого мусора. Убирают мусор из деревьев. Такая реклама не только вредит растениям, но и портит эстетический вид леса. В этом году лесоводы составили уже 14 протоколов на нарушителей. Вычисляют злоумышленников по тем самым номерам. Штраф за порчу дерева немалый, до 300 000 рублей. Одни деревья сохранить, другие под рубку. Спиливают не все, а только больные и сухие. Сухостой не убирают, оставляют на перегнивание. Это хорошая подпитка для почвы, говорят лесники. Бездумно выброшенная бумага в лесу разлагается до 10 лет. Полиэтиленовый пакет больше 200 лет. А стекло и вовсе до 10 веков. Эти нехитрые цифры – повод задуматься каждому. Алина Бережная, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.